сегодня. И вот я его включаю. Привет, Валера. Слышишь ли ты меня? Очень даже прекрасно слышу. Всем здравствуйте. Привет, привет. Классно. Спасибо, что подключился к нам в ночи. Ты сейчас где? Я не знаю, ты можешь вообще? Насколько ты свободен в том, чтобы говорить? Я абсолютно в этом плане свободен. Я переехал из Самары в Раменское. Просто по личным причинам. Так получилось, что в связи с антивоенной акцией небольшой, а именно с одиночным пикетом, который я 6 марта проводил, так получилось, что просто познакомился с одной девушкой, которая как раз-таки вот в Раменском живет, и как-то стали общаться. Потом у нас, как говорится, влюбились мы друг в друга. И вот так вот я летом перебрался из Кинель-Черкас, по сути, где я учился, сюда. Ну, то есть учиться я продолжаю, но просто немножко график учебы поменял, чтобы было удобнее. Так что теперь... Минус один активист из-за любви. Теряем, самарцев. А на самом деле сейчас, мне кажется, местоположение не имеет большого значения, учитывая то, что, насколько я знаю, вы сами переместились, да, но тем не менее вы просто спокойно так же делаете то, что вы считаете правильным, и, в принципе, то, что я вас смотрю, означает, что и вы, и я никуда не деваемся друг от друга, и все продолжаем что-то делать хорошее. Да, но есть разные мнения на тему того, можно ли продолжать что-то делать, переместившись. Mm-hmm. Но скажи, о чем ты хотел поговорить с нами сегодня? Да на самом деле я в принципе рад просто вас видеть, да? Это потому что не всегда получается в связи там, с графиком различным, да, занятости и прочее. Но на самом деле просто был, конечно, когда вот война началась, сначала у меня был такой... Ну, как у многих, да, такой депресняк, ты вообще не понимаешь, что, собственно, как вообще жить с этим, потому что столкнуться вот с тем, что ты будешь жить в учебнике истории, да, ты попадешь просто во времени, отмотаешься назад, ты от этого немножко охреневаешь. Тут, поскольку в эфире немножко были матюки, я так иногда себе вот, да, чуть-чуть позволю, да, и... Ты просто поражаешься тому, насколько равнодушие вокруг. Вот, например, просто я, когда был в Кинель-Черкасах, да, там все-таки, хоть это и у нас самое большое село в России, да, как вы знаете, и там, в принципе, при всем при этом, ну, извините, у многих нет нормальных сортиров, у многих нет нормальных домов, и ты поражаешься, как люди вокруг там рассуждают при своей нищете, при том, что у людей ни хера нет нормальной работы, нет нормальных каких-то условий проживания, нет друг другу уважения, зато они хорошо рассуждают. А мы сейчас этих хохлов поубиваем, там всех наведем порядок. И ты впадаешь... То есть одно дело, когда это было какое-то... Казалось, по крайней мере, вот мне всегда, что это какое-то маргинальное какое-то течение, что ну как бы сидят такие люди, вот телевизор смотрят, может быть, их там не так много все-таки. А в основном как-то всем вроде бы, ну, по инерции повторяют, да? А тут ты видишь, что довольно большая часть, пусть даже и пассивно, пусть в принципе, да, ну, часть идет, понятно, воевать под тем или иным там, соусом, да, у кого-то, как вот я читаю, хотя я не понимаю, как можно пойти за деньги вообще кого-то убивать в принципе. То есть что это нахрен за способ, когда ты даже... Ну, блин, у меня были времена, когда был там 500 рублей в кармане просто. Ну, такое бывало, да. По своим личным причинам. Но у меня же не возникало мысли, так, пойду-ка я кого-нибудь грохну, неважно, там, соседа здесь или соседа по стране, чтобы деньги эти как-то поправить. Но это же какой-то дебилизм, это что-то в наших головах, ну, в смысле, в обществе, да, это что-то ненормальное абсолютно, когда человек, в принципе, к этому приходит. И эту ненормальность приходится наблюдать. До этой ненормальности до кого-то, если кто-то хочет хоть что-то слышать, я пытаюсь застучаться, я показываю хотя бы какие-то альтернативные источники информации, но потому что люди просто элементарные вещи не связывают. Вот ты говоришь человеку, слушай, у нас танки херовые, да, у нас просто там, я не знаю, люди в говне там содержатся в этой армии, это ваши дети, это ваши родственники, кто-то, да. Мне люди в ответ говорят, некоторые, ну, а что, ну, вот он же должен кто-то у нас родину защищать, вот идет
воевать пускай идет. То есть это, конечно, не все у меня. Тут логичный вопрос, от кого нужно защищать эту родину? И почему вдруг понадобилось защищать? Срочно нужно ее защитить, это, да. Валера, скажи, удалось хоть раз кого-то переубедить? Удалось, по крайней мере, дать какие-то источники информации, и человек хотя бы начинает чуть-чуть задумываться. К сожалению, много похеристов. Много тех, кто живет по инерции. Это, наверное, всегда так, особенно у нас в России, вот эта вот часть, она прослойка довольно большая, она выжидает, да, как вот Шендерович говорит, как бы население в режиме, которое в режиме оккупации живет, оно пережидает. И многих волнуют личные проблемы, такие, да, там, насущные, вот пережить бы день. И это тоже очень такой страшный синдром. Вот, наверное, что мне в себе удалось сохранить, как мне кажется, вот эти полгода, это, ну, ощущение того, что надо делать то, что ты умеешь, то, что у тебя получается. Ну, вот условно говоря, я сейчас переехал, несмотря на то, что у меня нет диплома там, массажиста еще, пока у меня третий курс идет, да, я уже работаю, ну, потому что теперь я с девушкой, да, мне теперь как бы еще больше ответственности, чем это было раньше. И, соответственно, я, грубо говоря, уже какие-то предпринимаю большие шаги для себя, чтобы укреплять семью, да, и делать что-то, в принципе, полезное. И, ну, я не знаю, там, допустим, вот я умею с компьютерами обращаться, настраивать технику, да, ко мне обращаются незрячие там люди, я им переустанавливаю операционную систему, там, смартфоны делаю так, чтобы они правильно разговаривали, да, чтобы ими было удобно пользоваться. И вот мне кто-то скажет, что, ну, как бы, с одной стороны, это такая... такие какие-то обычные дела, но на самом деле работа, вот, она спасает от какого-то сумасшествия и ощущения, что вот это навсегда. И мне кажется, нам всем нужно, главный какой-то рецепт, это нужно больше общаться друг с другом, потому что власть, она ведь, в принципе, что вот это сейчас пост такая неосоветская, да, можно сказать, что... Та советская власть, она же, в принципе, все эти репрессии проводила для того, чтобы людей разделить и заставить чувствовать себя, каждого по отдельности человека, чувствовать одиноким. И мне кажется, вот мне немножко удается преодолевать, по крайней мере, чтобы эта депрессия как-то внутрь слишком сильно не проникала. Конечно, то, что я встретил вторую половину, это чертовски помогло. Если честно, я прям просто в какой-то момент... Как говорят, вот вторые крылья ты приобретаешь и начинаешь идти дальше с ощущением того, что, ну, все-таки что-то еще есть в будущем. Может быть, это еще и возраст сказывается, все-таки мне 27, потому что, ну, общаюсь с теми, кто постарше сильно, да, людям еще тяжелее, потому что когда ты жил в советский период, видел всю эту мерзость и что-то строил, что-то делал потом для того, чтобы это не повторилось и оно возвратилось, и вот этим людям, конечно, намного тяжелее. Еще тяжело, когда ты знаешь каких-то знакомых, там, близких, которые ушли по тем или иным причинам в армию. Ты вот, ну, то есть глобально я для себя эту картину понимаю так. Для меня это армия оккупантская, да. Естественно, я понимаю, что я желаю Украине победы, потому что, ну, для меня нет уже другого варианта. Я не вижу, да, просто то есть здесь вот сегодня обсуждали вы как раз мирные переговоры. Ну, с отморозком это уже не сработает никогда в жизни, с неадекватным диктатором, который просто презирает все законы и все какие-то даже понятия, в принципе, которые существуют в человеческой среде, они просто отбрасываются вот день за днем последовательно. И если раньше казалось, что, ну, вот тут какая-то логика должна сработать, вот эта война показала, что там вообще ничего не срабатывает, срабатывает только своя какая-то извращенная логика, или уже это не логика, а какая-то болезнь. Мы просто пока еще до конца, мы, может быть, даже и не знаем полностью всей ситуации, хотя вот всякие данные же нам сливаются о том, что, может быть, там уже и совсем больной человек. Да, да, это по большому счету не имеет значения. Самое страшное, что я себе этот вопрос задаю. Один человек, хорошо, вот он больной. Насколько вокруг все импотенты, что не смогли остановить вот это множественное убийство, вот этот кошмар, в котором теперь все запачканы и из которого выход будет очень тяжелый.
У тебя есть объяснение, почему они не смогли или не захотели, или что вообще произошло? Я, если честно, не понимаю до конца. Наверное, зависимость. Наверное, отчасти, может наркотическая? Быть, какая-то уже наркотическая или какая-то уже, знаешь, просто цинизм. Да, вот ощущение еще того, что ну, как бы есть вот, да, там у этих приближенных бабло и все остальное, полномочия, да. Это как наркота, которая тебя цепляет. И ты уже, может быть, и хочешь отцепиться оттуда. Но не получается, потому что система не выпустит. Да, мы прекрасно, в принципе, много таких примеров видим, которые, может быть, и, хоть и пытаются дернуться, но это все ну, как бы в историческом контексте, но это ничего не получается. И, конечно, я не знаю, нам остается быть адекватными и не терять, и не поступать против совести. Вот у меня, например, сейчас в колледже сделали как в понедельник, с 8 до 9 будет какая-то вот эта вот, я не знаю, как там это назвали, разговоры о важном или еще какую-то херню они там придумали. Вот это с 8 до 9. Я для себя решил, что я на это даже ходить не буду. Просто никак, не онлайн там, я просто сейчас не в Черкассах, вот я в Раменском, да, я не знаю, как там они, вот ребята мне потом напишут, я попросил записать на диктофон вообще, что это такое будет. Я для себя просто решил, что я не хочу в этом никак участвовать, не проходить никакое онлайн-тестирование на патриотизм, да, потому что патриотизм — это не то, что мне пытаются навязать. Ни под каким соусом, ни про войну, там что-то, неважно, что бы они мне, да, что будут объяснять. Слушай, а был порыв, наоборот, прийти, например, на разговор о важном и, ну, как-то поспорить? Мне было бы интересно, да. Почему ты не хочешь пойти туда и показать им, что они чего-то, может, не понимают? А я на самом деле просто не вижу смысла спорить, например, с тем человеком, у которого, ну, нет, я не знаю, как бы это сказать, вот человек преподает массаж, а потом с какого-то момента он мне начинает преподавать про патриотизм. И у меня такой закономерный вопрос. Слушайте, а собственно, с какого рожна человек, не имеющий, ну, хотя бы какое-то там, я не знаю, образование, как культурологи есть там, еще кто-то, да, кто хотя бы близко к этой вот тематике, люди, почему мне вообще этот человек и аналогичные в медицинском, в частности, учреждении, должны объяснять, что это такое? Почему это вообще занятие включили в обязательную программу, хоть она и финансируется. А она в обязательной программе? Просто про школьную эту программу, да. Я знаю, что это факультатив. А как она? У вас какой-то зачет будет по разговорам о важном? У нас будет какое-то онлайн-тестирование, как я слышал. И это с 8 до 9 утра по понедельникам. Мы, как вот сказали, прям все, что приходили. Это то, что я слышал. Очень интересно, на самом деле, что будет, если, например, не приходить весь семестр и не сдать этот зачет. А как это повлияет на зачетку ту самую? Вот мне тоже интересно, что это будет такое. И я хочу проверить, потому что, ну, честно сказать, мне вот как бы родственники тоже за меня переживают, потому что, ну, у меня теперь как в моем случае учеба идет, я сначала меня мид какое-то время, потом вот я буду приезжать, закрывать стенки, и, естественно, теперь, поскольку вот этот патриотизм весь появился, я на него ходить, ну, просто не хочу, потому что моя позиция заключается в том, что я считаю, нечего меня учить патриотизму. Патриотизму не учат, а просто, во-первых, семья занимается воспитанием ребенка сначала, да? Самый основной институт, где какие-то нравственные ценности в человека закладываются. А не теми людьми, которые воруют там годами где-то, а потом они начинают, значит, на всю страну, поскольку у них власть есть, учить, значит, как родину любить, правильно? Что у нас родина – это жопа президента теперь получается, судя по штрафу Юрия Шевчука. Я вот как-то не согласен с этим. Я вот считаю, что все-таки не жопа президента у нас родина. А, наверное, люди хорошие, которые вокруг меня, которые много делают, побольше многих балаболов, патриотически настроенных, в кавычках, да, которые на войну-то сами не пойдут, потому что в основном кишка тонка что-то сделать в принципе, а только орать и за деньги еще желательно. К сожалению. А так, поглядим, что из этого получится. Я потом, вот, если интересно, как-нибудь еще присоединюсь, расскажу, потому что очень любопытно вообще, как это на местах будет реализовываться. Единственное, есть надежда, что все-таки
дети, которые сейчас все это будут воспринимать, ну, это какое-то отторжение вызовет, что ли. Может быть, все-таки обществу хотя бы немного будет просыпаться. Хотя тут, когда запретили, ну, в очередной раз подчеркнули, что запрещены в школах телефоны, есть у меня те знакомые, которые говорят: слушайте, да правильно, а что они в телефонах сидят? То есть люди вообще некоторые не хотят анализировать какие-то элементарные вещи. Например, хотя бы те, что просто в школах, может быть, надо детей учить правильно работать с этими телефонами, с информацией. Может быть, вообще-то учителей тоже надо этому учить. Потому что многие, извините, до сих пор не знают, как Zoom открывается, как WhatsApp открывается. А запретить-то всегда проще. Ну, потому что это же стукнул кулаком по столу и все. А плюс вот я, например, считаю, что телефоны запрещать, в этом опасность заключается, например, насилие со стороны учителя произошло какое-то, да, зафиксировать ребенок не может, у него под рукой средств никаких нет. Или наоборот, кстати, когда может ребенок что-то натворить, да, то есть даже с этим разбираться уже будет сложнее намного. Скажи, а есть вот в вашей студенческой среде какое-то обсуждение текущей ситуации, связанной с войной? Честно сказать, вообще всем похер. Есть у меня вот один человек, вот просто, которого как бы, поскольку ну, это частный разговор, что я его да, не буду там называть, вот он, например, анализирует, как-то читает. Ну, буквально там пару-тройка человек есть, кто, в принципе, как-то еще... Хотя бы я им что-то даю почитать, они могут спросить, немножко поинтересоваться. В основном люди как-то... У всех какой-то... Я не знаю, как это, инертность. День прошел, Иван. Вот у меня такое ощущение. Ну, то есть эта тема не является какой-то важной или даже значимой, да, для большинства тех, с кем ты учишься? Она не входит в повестку обсуждений повседневных? Нет, она не входит. У людей как-то больше свои заботы. Слушай, а вот эти заботы, они же ну, так или иначе связаны с тем, что происходит? Заботы, связанные с повышением цен, заботы, связанные с уходом ряда производителей и продавцов, заботы, связанные с тем, что просто что-то исчезает с прилавков, или они теряют работу. Неужели... Ну, кто-то другой виноват, понимаешь, Антон? Логика же такая, что виноваты-то не мы. Взаимосвязи между поднятием цены и... вообще какой-то внутренней политикой, внутренней, внешней, да, оно не связывается. Об этом вот много раз, и когда вот Сергей Моисеевич сколько раз на эхе об этом тоже говорили, что почему-то не возникает у многих такая элементарная дважды два почему-то не складывается. Я не знаю, как это объяснить, этот феномен, почему так происходит, я не могу этого понять. Тут вот Листерин Каллигин просит передать тебе благодарность от украинцев. Скажи, тебя девушка поддерживает в твоих разговорах и попытках донести до людей информацию? Конечно. Ну, мы вообще познакомились, собственно, на той почве, что я 6 марта как раз пикеты готовился проводить. Вот. А она там еще с другими ребятами в Москве там хотели провести определенную акцию, и у них вроде бы, насколько я помню, что-то даже получилось. Там как-то прогуляться, по крайней мере. И потом просто стали общаться, и оказалось, что ну, совпадаем в том числе и по этому вопросу. Ну и как бы, в принципе, так вот получилось, что сошлись на самом деле. Это вот то, что называется вселенная сработала. Вообще друг друга стараемся, конечно, поддерживаем и у нее бывают ситуации, когда с кем-то пытается разговаривать. Но знаешь как, Антон, я вот смотрю, да, если есть дуболомы, я уже их не трогаю. Я когда вот вижу, что как бы ну совсем полностью беда, проще просто не мешать уже человеку. Пускай идет уже и бьется башкой о беду. Потому что это, иногда это уже, к сожалению, диагноз, который как бы иногда, как говорят, вот пока не споткнешься, не поймешь. По-видимому, для многих это вот тот самый случай в нашем обществе. Придется многим переболеть через смерть своих близких, чтобы понять одну элементарную простую вещь, что человеческая жизнь, она все-таки бесценна именно вот в том самом смысле, да, что нельзя ее оценивать в машину,
в квартиру, которую тебе государство подарит. Ну, как раз вот кейс с машиной наводит меня на мысль, что смерть близких ничему и не учит, к сожалению. Даже смерть близких. Я как раз о том и говорю, что да, есть еще и много вот таких моментов, когда эта дуболомность, она еще и проникает вот до такой степени, до такого вообще какого-то. Я когда первый раз, например, про эту машину прочитал, я просто думаю, ну, вот у животных, да, у любых вот, например, даже посмотришь, я, вот у меня есть тут две кошечки, да, у меня видео там какое-то нечаянно включилось, и там котята пищали. Вот у меня кошка, она повернулась такая, подходит, облизывает и ищет, как бы, ой, где же они пищат. То есть инстинкты как самосохранения, там, заботы, да, взаимоподдержки у животных работают. Такое впечатление, как будто вот здесь, на этой территории Российской Федерации, что-то сломалось начисто, как будто вот как у Стругацких, да, излучение включилось, и люди абсолютно, даже инстинкт самосохранения не используется. А ушел ребенок. Ну, как вот? Я, конечно, знаю случаи, когда там военный билет покупают, чтобы, ну, человек в армию не попал, потому что там здоровье плохое, еще как-то, да. Но при этом там по критериям не подходит, чтобы человека оставили. То есть кто-то, конечно, так поступает, таким образом. Вот. Считаю, что это хоть что-то, чем отправить на смерть своего ребенка, или же наоборот сделать так, чтобы он убийцей стал. Поэтому вот Украине, конечно, победы. Я просто еще единственное, конечно, много эмоциональности наблюдаю, когда ты в соцсетях читаешь вот про русскую культуру, да, там про, ну, видишь какие-то, может быть, шаги отчасти эмоциональные, где-то политические, да. Все-таки, ребята, украинцы, русская культура, она как бы отдельно все-таки от многих вот этих вот сволочных людей, которые сейчас к вам идут и вас убивают. В этой культуре есть Макаревич, вот для меня, есть Шевчук, Юрий, да, есть еще много замечательных групп, которые, да, долго можно перечислять, но все-таки вот я на них вырос, и то, что у меня в голове, это все вот от этих людей. Поэтому все-таки я всем желаю не озлобляться до конца и как-то вот надеюсь, что в будущем эти отношения, я не знаю, с нашим ли поколением уже, да, или, может быть, еще попозже они как-то более-менее восстановятся, потому что это трагедия большая, когда ты понимаешь, что, ну, практически, да, там даже, вот я включаю какие-то украинские песни, ну, в принципе, и без переводчика, понятно, да, ты понимаешь этот язык, ты чувствуешь его даже на интуитивном каком-то уровне. И вот эта отрава, которую в нас пустили, это тот самый последний из последних зол, который вообще могло сделать это государство наше российское. Это просто... Валить не планируешь из государства российского, Валер? Валить не планирую по техническим причинам, в первую очередь, потому что я пока не вижу того, куда ехать, раз. Во-вторых, на что ехать. Наверное, даже в первых, потому что все-таки нужны довольно большие средства, все-таки с пустыми руками, учитывая, да, это все, это довольно трудно. Надо просто отдавать себе в этом отчет. Во-вторых, пока тут вот на слове «пока» сделаю ударение, еще не преследует меня персонально, нет каких-то штрафов, да, или там по административке, или там каких-то иных наказаний. То есть для меня это прям самая крайняя такая мера, если будет угрожать, естественно, опасность моей семье, да, как-то, либо мне лично. Пока я просто не скажу, что там. Я не выхожу сейчас на площадь. Последний пикет у меня как раз был 6 марта. Ну, по причинам того, что все-таки рисков стало больше. Стало в данный момент теперь больше ответственности. И как бы, но в то же время все равно стараюсь что-то делать. Да, если кто-то хочет слушать, я рассказываю. Если кому-то нужна просто помощь какая-то, которую я могу делать, я ее делаю. И, наверное, просто дальше образовываюсь, я читаю книжки, я как-то просто сохраняю, стараюсь сохранить какую-то свежесть ума. Вот как-то так, наверное.
Спасибо тебе за свежесть ума и за подключение этой ночью. Это был Валерий Ремезов, студент из Самары-Раменского. Спасибо, Валерий, за подключение. Пока. До свидания.